На гитарке стало лучше играть. Единственная проблема – это настроить ее не умею. Но я могу заучить с десяток, допустим, вступлений песен без, где не надо включать дисторшн. И играть будет мелодичная музыка, которая мне лично нравится. Не думаю, что кому-то понравится. Так чередовать можно мелодии. Короче, сигареты не помогают при депрессии. Куришь вопреки депрессии, но... В общем, от антидепрессанта я не могу отказаться, потому что это приведет к сведению счетов жизни, ну, либо ужасному существованию с постоянным ощущением ноющей психофизической боли в области желудка, живота. Поэтому мне придется, принимать антидепрессант. Сейчас уже цены начали расти на все. Можно отказаться от сигарет, от кофе, но от антидепрессанта я не смогу. Ну вот, остается настроить гитару, научиться. Денег нету, короче, чтобы купить примочку специальную, которая помогает настраивать. Так что, не знаю, как будет возможность. Продолжаю жить без сахара. В принципе, нормально. Скоро, наверное, уже исчезнет к нему тяга. Ну и должно как-то стабилизироваться состояние, чтобы без него энергии меньше получаешь с внешней среды. Короче, мне надоело перебирать Sweet Dreams.
Лучше переключусь на эмо музыку простую. Неохота играть партию, пачка сигарет. А вот эмо музыка мне самому лично нравится. И играть мне будет интересно. Ну да, вначале вообще было хреново, когда начинал. Сейчас гораздо лучше стало по сравнению с началом. Чувствую струны лучше. Пальцы не так путаются. Я так буду играть, потом следующий этап будет это, когда я смогу, появится возможность настраивать гитару, и уже можно будет нормально извлекать, слышать нормальные звуки, не расстроенные, а так пока что на расстроенные буду играть, ну, учиться самостоятельно. Антидепрессанты, нейролептик надо все-таки продолжать витамин D. Нужно будет витамин D. Поможет.
Посмотрим, что там нарисовали. Ядерный взрыв, блядь, нарисовали. Или дерево, ну а на самом деле больше, наверное, взрыв.